Ребята, срочно нужна ваша помощь. Что требуется? Либо срочно флаг ЛГТБ, либо флаг Белоруссии. Один из двух флагов. Катлокална 13, мэр Стакис никак не реагирует, абсолютно. Появилась идея, если сюда воткнуть флаг ЛГТБ или флаг Белоруссии, я думаю, он возьмет свой магический велосипед и сразу же через 5 минут будет здесь. По-другому невозможно решить эту проблему. Чтоб ты понимал, тут общественность воткнула белогвардейский флаг и покрышку, а если ты вот туда посмотришь, это 1 метр. Смотри внимательно, сколько там. Видишь? Это 1 метр. И, соответственно, здесь ездят машины, видишь? То есть абсолютно Катлокална улица, где каждую минуту проезжает одна из машин. А теперь смотри, здесь идут большегрузные машины, здесь склады. Представь себе, если сейчас там под асфальтом 1 метр глубина, и там вообще пустота. И теперь смотри, вот эта машина будет объезжать. Посмотри на ее груз, и как бы она ни объезжала, она все равно колесом попадает туда. Ты можешь представить себе тоннаж этой машины? Посмотри, как близко она подъезжает. Ребятушки, это может плохо закончиться. Еще раз покажу. Ровно по центру. И действительно, службы не замечают. Не замечают этого. Видишь метр? Друзья мои, это не первое видео. И мне девушка говорила, что она звонила по номеру 800 и там и так далее. Говорила, сообщала об этой проблеме, что она есть. Один из моих подписчиков. Видео уже, говорю, не первое. Сообщение было. Никак не реагирует один сучонок. Никак не реагирует. Я думаю, что надо ловить на живца. Понимаешь? Мы вот на рыбалку ездим с сыном, на живца идет вот так. Поэтому, если у тебя где-то остался флаг ЛГТБ, либо флаг Белоруссии, ну, либо ты знаешь, как его купить, либо ты такой же мой коллега-блогер, дуй сюда за флешмобом. Вставляешь один из этих флагов, ждешь 5 минут, и тут на велике этот сучонок выскакивает, выдергивает флаг, по крайней мере, увидит эту яму. Будем надеяться, что он туда же и ебанется. Ну, мало ли, вдруг повезет. Заранее извиняюсь за эту эмоцию, но в этом случае мат уместен. Потому что сейчас вечереет, если кто-то вот эту покрышечку сдвинет в сторону, и какой-то человечек поедет, он реально нырнет туда. Там метр, 1 метр, и просто пустота. Во-вторых, фурочки, которые проезжают, они могут весить до 15 тонн. То есть находиться в этой яме в районе метра, это уже большая опасность, понимаешь? Нужно что-то сделать.